Ну ладно, ничего страшного. Наловим еще. Все равно ночью особо делать нечего. А этот мед просто зажуем. Отлично. Он еще недоволен сейчас. О, жести получил. Давай, давай, давай. Мозги его там сильно проседают, поэтому надо аккуратнее с этим делом. О-о-о. Ушло отсюда. Ох, ладно. Все, побежали. Наша задача. Вырубить лес. Побежали. Пингвины, естественно. Естественно, будут защищать свои яйца. Но оно им не мудрено, собственно. Привет, Рудольф, привет. Сэр какой-то. Топор. Бери топор, руби забор. Берем топор и начинаем рубить. Кстати, а чё я... У нас же уголь есть. Зачем я топил дерево? Дерево все-таки ресурс такой нужный, полезный. Ну ладно, неважно. Сейчас мы на андроида наргнемся на каком, вот это будет прикол. Хотя, ничего страшного, его мы ушатаем. Так. Максимум просто используем ресурсы. Пепел. Хорошая штука. А пингвинов нельзя есть? Можно. Заметьте, она не горела, когда мне надо было. А когда я подошел ее забрать, естественно, она вот испортилась. Рейдиск этой, короче. Так, а откуда этот зайчик-то вообще? Сюда. Да не пугай этот зайца-то. А проигрыш, если умный, нет. Если ты умрешь, то проигрыш. Тут как бы очень много факторов, влияющих на. Просто рубим на пофиг. Дерева много не бывает, это 100%, я вам скажу. Основы его не хватает. Так, слушай, если разум твой на ноль упадет, то проиграл? Нет. Если твой разум упадет на ноль, придет злое чудовище и захавает тебя. Но ты сможешь его победить. Но если сможешь победить, ты выжил. Если нет, то она будет приходить, приходить, пока ты не бухнешься. Будет тебя бить, бить, бить. Такая вот история. Рубим лес.
Сажаемся к шишке сразу же. И юзаем лопатку. И возвращаемся к... Ага, так, сейчас, нам надо будет бежать домой. Сейчас я смотрю, прям в ноль. Ать, не хватило. Я думал, в ноль. Только не видишь, что один удар. Спасибо. Я недорассчитал. Только факт, а ты 137 дней уже играешь, ну да. Пока вот получается. То есть умереть можно от голода, от того, что крыша поедет, если просто прибьют там, побьют. И крыша-то у нас как раз потихонечку сейчас едет, видите? Из-за темноты. Хоть я и одел цилиндр, он особо не спасает. Но всякие чудовища там появляются. Руки опять полезут нам костер тушить. Это прискорбно. Рубим все на пофиг. Нет времени ждать. О, греемся. В принципе, у нас есть зайчик. Один. Мы хотим есть. Делаем вот так. Все, жуем. Так, полегчало. Отлично. Рубим старые деревья, меняем их на новые. Что это было? У меня у одного трясло сейчас экран. Или вы тоже это видели? Просто это может быть лосяш. Если это лосяш, то приехали. Потому что ни свиней, никого нет, ночь. Я далеко от базы. Броня, конечно, есть, но, блин, вокруг костра плясать с лосем вообще никак не вариант. Спят. О, они яйца не взяли. Ха-ха! Ха-ха-ха! Так, забрали у них яйца. Заживали. Ха, лошары. Так, тик. Тик. Я прихожу в базу раздолбана просто в хлам. И спит этот лосяш. А. Поутих костер. Ну ничего, все будет хорошо. В любом случае. Что за лосяш? Я просто не играл. Короче, огромный такой. Огромная зверюга одноглазая. Циклоп такой. Лось циклоп. А! Опять вы теряете свои яйца. Все. Употребляем. Так, и давайте рубить лес. А вы что, совсем? А, вот нормально. Ну что, нам повезло. Мы смогли забрать яйца, причем на изиче. Просто пингвины затупили. Так что это хорошо. Мозг у нас наконец-то пополняется. Мы можем его пополнить, знаете, каким образом? Подойти к свиньям и... Стены строить можно? Да можно, только придет лось и сломает. В общем-то, можно себе базу там укрепить. Стараться, по крайней мере, это сделать.
Просто у меня акцент идет вот на что. То есть я построил вот кучу домов свиных. То есть 5, 10, 12 домов. 12 свиных домов, 12 свиней будут меня защищать. А для этого я должен быть рядом с ним. Что это такое? Ушло вон от меня. О-о-о. Короче. Мед, блин, на, съешь. Что, неплохо так. Пришел пчел, дал меда. Они со временем появляются, свиньи эти. Да, если их убить, то через 3 дня они снова появляются. Так что с них можно фармить мясо и прочую фигню. Ну, то есть как, с них, в принципе, максимум, что ты нафармишь, это мясо, это хвосты свиные. Свиные хвосты нужны на броню, на мешок и для дома для свиней. И на дома для свиней. И дома для свиней. Каша в голове. Это плохо. Короче, выживаем как можем пока что. Стараемся, пытаемся. Лесочек чуть-чуть поближе к себе поставим. То есть они живут в домах, сделанных из трупов своих сородичей. Ну, грубо говоря, да. Ах, ты ж! Не, ну... Вы чё, сразу 2? И сейчас свиньи уйду. О, ребят, смотрите, смотрите, я добрый какой. Оп, 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 придурок, а? Загорелся. Ну что ты делаешь, чудик? Зачем ты горишь? А, ну сейчас он перестанет гореть, я надеюсь. Блин, оно горит. Нет, не гори, только не от костра умирай. Только не умирай от костра, вот так, правильно. О, потухло, о, отлично. Дерево нам подгорало слегка. Блин, у меня сломалось. Топор где? Я лопатой буду бить. Чё ж тут живучий такой? Фух. Привет, ПВПшка, вот, только что у меня ПВП как раз с деревом было, затащили, живем. А вот и топор, ну-ка. Мозг просадили себе в нули, блин. Есть хотим, под землю не спускалось. Не, пока не надо. Пока у нас
И без этого проблем хватает, как видишь. Хорошо, еще от второго дендроида избавились. Очень хорошо. А ты всю карту открыл? А. Точнее так, а ты всю карту открыл? Почти. Я не открыл, знаешь, только вот это место. Вот здесь. Но здесь, скорее всего, как-нибудь... Или здесь как-нибудь так заканчивается, а тут чуть-чуть. Тут максимум, что может быть, ну вот такая вот хрень, вот. Максимум, не больше. Ладно, вернемся к игре. Пойдем, не знаю. Ничего не пойдем. Ждем. Не, так скучно, пойдем ломать. Рубить деревья. Дендроид, это ты? Может, не надо? Скучно мне было, блин. Ну давай. Чё, ща мы его. Брёвен с него срубим. По красоте. Ну что ж, ночь провели просто идеально. Ой, чудище пришло. Блин, тварюшки уже приходят. Он, как видите, довольно просто убивается, только главное не сбиться, иначе таких людей задавать тебе. Потому что дендроид, он очень силен. Но когда ты скопытишься-то, блин? Воу! Фу. Вон, тварюшка лазит, вот это вот. Короче. Сломали топор, я хотел еще лопату об него сломать. Что-то не представилось возможности. Свинья спит такая, да, безмятежная, блин. Спят тут они. Делать им, видите ли, нечего. О, попался. Почему ты не хотел, чтобы он сгорел? А, ну как, потеряю ресурсы, смысл. Вся игра замешана на ресурсах. Если я теряю ресурсы, то я подрался зря. Собственно, вот и все. Вы слышите, да? Это все слышите? Че у меня свиней так мало? О, у меня и желудок просел. Вот они. Я, знаете ли, о-хо-хо-хо. Голод сейчас не самая моя большая проблема, ребят. Вот так жевать-то нечего, блин.
что творится? Ох, спасибо. Ой. Чуть-чуть сейчас камешек станет оранжевым, бежим есть. Ну давай, сколько можно? Ну? Чё издеваешься? Пришло время пожевать что-нибудь. А так. Хорошо. Отбились от собак. Довольно неплохо, мне нравится. А это главное. Чтобы мне нравилось. Быстренько проверяем все остальные места, может тут то что. Что, паучок один остался? Ох, нет. Так у меня голод не ноль был. Блин. Ударил нас паучок. Ты начинаешь потихонечку проседать, когда у тебя голод реально ноль. А у меня он не был нулем, поэтому мы какое-то время все-таки держались бодрячком. Так, птичка, да? Давайте сожрем что-то. Птичка у нас синенькая, но у нас уже есть синяя и красная птица, поэтому ее сразу в костер и зажарим. Это берем сюда. У нас есть 9 мяс монстров. Это хорошо. Но кроме этого у нас еще есть яйца. Яйца даются за мясо монстров. Поэтому у нас все по красоте сейчас может быть. Вот так вот. Наелись просто на день вперед. Вот. Куда я бегу? Я бегу сюда. Хочу переставить ловушечку чуть пониже. О! Кстати, я очень хочу проверить. Напомните мне. Только обязательно напомните. Яйцо оранжевое стало. Что это значит? А, это... А, это не яйцо, это камень-грелка. Он его под курткой носит, чтобы ему тепло было. А помните, у меня вот здесь вот было большое стадо бизонов. Но когда пришел лосяш, остался один маленький бедный бизончик. Вдруг он там как-то почкованием размножился. Давайте проверим этот факт. Очень надеюсь, что так случилось. Потому что... Ну, просто жалко терять бизонов. Приветствую, Анрева. Вот смотри, кто у меня теперь есть. Гендальф. Потом мне, по идее, должны еще смайлов накинуть. Так, давайте глянем. Глянем. Сюда. You shall not pass. И провалился на тот самый. О, хорошо. Короче, сейчас смысл такой. Мы ждем ночь. Ночь там проходит, все дела. И бежим проверять вот сюда наших бизончиков. То, что здесь у нас куча кострищ, это хорошо. Это нормально. То есть, как бы, так и надо, потому что... Что это такое, не помню. А, я там оставил свой рюкзак, когда меня убивал морж.
Помните, да? Печаль была конкретная, чуть не скопытился тогда, но... Но мы выжили. Как вот эту хрень готовить? Дуриан. Дуриан Грей. Так, 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 так. Оно шло отсюда. Нет. Не трожь костер. Как же у нас мозг проседает, вы бы знали. Так, 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 так. Все, не пущу никого. Нет, нет, хорош. Попалась ворона, зажарим ее сразу же. Кончается, кстати, наша клетка для птиц. Так. Идем проверять бизончиков. Появились ли они у нас вообще? Или он один бедный ходит? О. Хорошо. Хорошо. О-о-о. Уже два. Одобряю. И навоза от них много. У тебя же нету вороны в клетке, посадил бы для коллекции. Да ну, она дорогущая, эта клетка. Но я подумаю об этом. Проверяем место на наличие навоза. О, нашли. Сейчас какая у тебя цель? А просто выживать. Просто выживаем. Запугали бедного зайчика. Уходим отсюда. Так, у нас есть семечко. Что с ней делать? Посадить? Посадить. О, зайчик. Конфетки получились, но это фигня вообще. Ириски у нас получились, ребят. Ириски. Не то, что я хотел, но тоже неплохо. Почему бы нет, как говорится, да? Возвращаем жизни кусты. Вернули снова наш сундук аварийный. И будем забивать новый. То есть, видите, пока меня нет, они забиваются. Я вот думаю вот это вот все переложить сюда. Вот, а этот уже забивайте едой. Сейчас зайчик, он еще... О! Чё, попался? Зайчик. Ха. А, запугали тебя. И сюда. Все. Мне не надо больше париться. Ну как, они не факт, что попадутся. Но когда-нибудь попадутся. И они там будут вечно сидеть. То есть это, опять же, вложение такое долгосрочное. Удобно. Стемнело резко, ну... Ах, зараза. О, сперли. Ха, все, лошара. Победили мы. Одного. О, уже кот попался. Все, вернемся. Стой, не тухни, погоди, погоди. Эй, эй, все, хорошо. Это мы зажарим.